Привет-привет, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас первый день каталога номер 15, и я делаю свой первый заказ на свой номер, и покажу вам то, что я себе заказываю, может быть, посмотрите, как делать заказ нужно и так далее. Я уже все заранее сложила в корзину, расскажу, что я взяла и почему именно эти продукты. Взяла шарф Соланж, как видите, на него огромная скидка. Мне безумно нравится этот цвет, качество, он такой теплый, что подойдет даже на зиму, на осень. Вообще классный шарф. Взяла лак с блестками, всего за 159 рублей. Очень крутой, красивый лак, искристый бронзовый. Вы его можете найти во вкладыше каталога, если у вас есть бумажный каталог. Листаете, он там 199 рублей, со скидкой 159, очень классный лак. Беру средства против расслаивания ломкости, закрепляющее покрытие с эффектом гель-лака. Брала уже не раз эти продукты, мне они очень-очень нравятся, подходят. Как раз все закончилось, надо брать по такой хорошей цене. Обязательно. Так, гель для душа «Японские церемонии», всего 79 рублей, обратите внимание, в нем 400 миллилитров. Это очень крутая цена, я прям побольше бы их набрала. Ну ладно, так, это под заказ крем для век за 215. Для себя беру, попробую пчелиный бальзам себе и дочке. Беру, естественно, пчелиный воск, крем для рук попробовать. Расслабляющий спрей для сна, это тоже себе. Колье, конечно же, розовое с камнем. Крем гранат и вереск для ног. Тоже люблю ароматизированные кремики. Такая классная, красивая упаковка. Это для дочки корректор. Так, а это все под заказ. То есть там у нас идет по акции. Мы можем брать набор, который состоит из тональной основы, помады и туши 5 в одном. Вот у меня получилось 5 наборов. Все под заказ. Один себе. Не помню, какой я себе беру. С помадой, по-моему, розовое дерево. Вот, поэтому здесь много. Так, это тональная основа. То есть две вот этих тональных основы. Это под заказ. Одна даже без скидки все равно берут, потому что очень нравится. Далее, это тоже под заказ, спрей для тела. И крем ночной под заказ. Кстати, я брала себе кремы из этой серии. Достаточно прям такие хорошие кремы. Очень понравилось. Так, в общем-то, вот и все. Тут чего-то нет. Что-то есть. Каталоги мне добавились. Пакет мне не нужен, удаляю. Так, что тут еще? Нету каталога ювелирной бижутерии. Это очень печально. А, есть. Нет, скоро в продаже. А, скоро в продаже бижутерия. Круто! Получим каталог, посмотрим внимательно. Все. Так, что еще? Все, 143 балла. Давайте дальше. Здесь у нас спецпредложение. Я ничего пока с него не беру. Я беру себе со скидкой. Как вы думаете, что? Да, это 65-я сумка или 60. Какая-то уже. Так, 39. Она мне достанется всего за 600 рублей. Это новая сумка со 133-й страницы. Она безумно красивая, мне очень понравилась. И у меня получилось ровно 150 баллов. Так, по-моему, акций никаких не было, да, в этом каталоге. Так, теперь место доставки. Смотрите, вы можете выбирать доставку либо в пункте выдачи, либо доставка на дом, если у вас есть такая услуга в вашем городе, потому что не во всех городах есть доставка на дом. Так вот, я последний раз выбирала на пункт выдачи заказа. И тут, кстати, вот видно, сколько продуктов отсутствует и что отсутствует. Ну, мне это не нужно. В заказе 45 продуктов. Оу! Кстати, обратите внимание, сколько цена заказа. 7325. Потом скидка прошла 4395 рублей. И к оплате будет всего лишь 3023. Еще там предоплата была. То есть 3000 рублей всего за заказ 150 баллов. Ну, вернемся к доставке. Я выбираю доставку на дом, потому что она у нас есть, и она бесплатная. Нажимаю адрес последней доставки. И еще раз нажимаю, подтверждаю, что доставка курьером. Вот, проверяю, здесь все в порядке должно быть. Все отлично. Нажимаю далее. Видите, сайт только открылся, я одна из первых делаю заказ. Так, все норм, все норм. Опять нажимаю далее. И вот здесь остается подтвердить заказ. То есть еще раз проверяю, доставка курьером. Отлично. А здесь все проверяю, все отлично. 150 баллов сделано. Самое главное, да, говорится, отстреляться. И нажимаю кнопочку оформить заказ. И все.
Вот и все. Заказ сделать очень просто. Желаю вам вкусных, классных покупочек в этом каталоге. Участвуйте во всех акциях, успехов. И до новых встреч. Оставайтесь на нашем канале.